рассматривается гражданское дело в отношении Тверской области о признании незаконного увольнения и восстановления работы. Представитель Боярского учреждения присутствует пресса, поэтому, пожалуйста, с учетом этого сторону, что скажете? Возражаю, Ваша честь. Представитель? На осмотрение суда. Представитель, я так понимаю, министерства? На осмотрение суда. Значит, суд на месте определил, заканчиваете с ним, и судебное заседание. Я пришел выразить, я не знаю, протест какой-то личный, такой душевный. Я считаю, что увольнение Боярского абсолютно надуманно. Не было никаких причин. Возвращайте Боярского, и тогда, ну, будет меньше.